Всем привет! Всем привет! Мы сегодня собрались ехать на дачу к бабушке с дедушкой, да? Там нас ждет Дима. Да, там нас ждет двоюродный братик Дима, племяша наш. Вот, и бабушка Таня, и дедушка Саша, да? Сейчас по пути быстренько заскочим, попробуем купить модем йотовский, чтобы не остаться там без интернета вообще. Ну все, да? Поехали. 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 Ищем йотовский модем. А вот и йота, официальная точка продаж. Ой, какая маленькая. Давай, пойдем за модемом. Так, модем купили, теперь нужно купить ребенку игрушку в дорогу. Ух, ребенок. Лялю опять просит. Дома ляль? Нет, детский сад. Камни. Ну, это же совсем для маленьких. Не, это не петь, это же микрофон такой на кассе. На кассе объявление делать. Понятно? Космический корабль Пеппа есть. Что-то новое? Такое не открывали, ну поверничек такой. Бриллиантина. Берем такой? Ну все, пойдем. Съехали на одном пакетике, да. Все, сели в машину с сюрпризом, захваченным и с модемом. И теперь поедем долго-долго-долго в Новгородскую область. Все, готово? Потом откроем. Отлично, поехали. Ребенок не дотерпел, тут же вскрыл, хотя обещал потом посмотреть. Что там у тебя, хоть покажи. А что это такое? Колечко. Так, это коробка. А, все, понял. Вон колечко, это упаковка такая красивая. И вкладыш. Ну, достань колечко, хоть посмотрим. А вкладыш, тут много колечек. Тут еще куча всего. Ну, покажи, где кольцо. Ну-ка, покажи колечко. Сейчас, сейчас. Так, сейчас приблизим. Ой, как. Ой, красота. Одень на фото. А, и под размер практически. Только перевернуть надо. Верни. Вот там камушку нагружу, значит, смотри, как красиво. Ой, да, печатка. Отличное колечко, да? И не пластиковое. Не пластиковое? Не пластиковое. Ух ты, металличка, класс. Ну ладно, ну все, теперь точно поехали. Все, добрались, доехали до дачи. Да, осваиваемся. Песочки с Димой. Да. А смотри, я тебе что покажу, я Димочка. Вот дедушка наш. Иди. Смотри, какие. Деревня. Че? Деревня, говорю. Деревня. Поселок городского типа. Да. А это туалет городского типа. Да? Со всеми удобствами. Сравнительный тест трещалок, да, каталок? Какая тебе больше нравится? Вот это? А мне больше та трещалка нравится. Она проще катается. Правда, шарики уже все потеряли. А этот хрюшкой катается плохо. Нет. Не? Хорошо катается? Видишь, у него как-то не особо эти шарики крутятся. Ну-ка, давай, Лизонька. Пробуй. А, Лизонька, давай. Ну, пробуй. Так нечестно, надо забросить. А пробуй покататься на велосипеде. А? Отвлек я ее. Опа. Да. Не получилось. Ну, нам надо тренироваться. Так, садись, попробуй покататься. Опа. Садись на велосипед. Давай-ка мы с тобой попробуем. Здесь руль. Ну, крути. Вот ручку вот сюда, вторую. Даже вот. И давай, крути. Рули.
Руми и кай. Крути ножками, крути ножками. Крути ножками, давай. Бе. Конечно. Самокат тоже сначала не нравился. Вот она. Деревня. Ну а что это? Деревня. Для меня это деревня. Там вон парк есть. Стою прямо на дороге. Здесь, правда, кирпич, по идее, ездить сюда не должны. Ну что, идем осваиваться дальше? На мост. Ну, сейчас отведут на экскурсию на мост. Вон бабушка идет. Первый мост, который строили при помощи вертолета в Советском Союзе, по слухам. Шесть метров высота до воды. Все? Да. Убегает и смеется. Это ты что включил? Привет! А у нас во дворе будут строить новый. Слушай, как мне с днем рождения? Знаешь, как сейчас дочка танцует? Вообще обалдеть. Про бульдозер? Так, энный день нашего пребывания на даче в деревне. Едем смотреть местный магазин игрушек, да? За мячиком, да, пойдем? За мячиком, чтобы поиграть надувной какой-нибудь легкий мячик, а то детям играть неудобно. Да? Так. Магазин детский. Кыш, кыш, комарик. Пойдем, пока комарик не запишем. Идем. Ну что, вот такой возьмем мячик или зонтик, надувной большой, чтобы вам играть было с Димой удобно? Угу. Как это нет? Ну мы другой сейчас найдем. Ну, ничего такой, зонтик. О, и горка есть, класс. И лягушка, о, шикарно. Вот, смотри. Вот такой нужно. Нет, это да не, давай, ну давай два возьмем, и такой, и такой. Тебе нравится? Может быть побольше, а потом. Ничего, что еще возьмешь? Только мячик. Ты какая еще не скромная. Ну ладно, давай только мячики возьмем. Смотри, какой зайчик. 680. Ой, смотри, у тебя такая есть. За сколько мы покупали? Да, так же покупали. Да. Даже дешевле. О, это бананчик, пупсик бананчик, да? И пупсик клубничка. Поники застроили. Угу. Класс, прикольно. Еще потряси. Потряси корову. Ну, глаза бегают, бешеные.
Класс. И кассы, да? Ну, смотри, там такая же самая белка, сумасшедшая. Угу. Это не белка, это лев какой-то. А, лев, да, точно. Ну что, давай, бери. Тогда. Одежку взяла. Вот это? Да, бибиворно. Ну, на, окей. Давай, бери одежку. Ну что, давайте черепашку возьмем. Да, мы все купили. Что мы купили? Давай, показывай. Мячик набор. Один, мячик другой, для одежку, бодиборда. Какие-то пакетики и формочки купили. Пойдем все. Дальше? А куда дальше? Ну, можно на рынок съездить. Нет. Что нет? Обратно? Ну, как же с тобой отдыхать-то гулять? Так, наш пятый день. Покидаем деревню у дедушки с бабушкой. Поменяли забор тут теперь за эти дни. Ничего не снимали. О, Димон бежит. Привет. Лиза уже в машине там где-то с бабушкой. Сейчас поедем. Ух, домой. Ух ты, шкодный. Ага. Так, тормознули на заправке. Лиза схватила что? Маршмеллоу в зефирке зачем-то. Вкусно? И трескает. Никогда ты их не ела. Полпути пройдено, осталось еще 200 км и будем дома. Да? Еще пару часиков и все.